Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших ручных кофемолок для дома, жерновых, с регулировкой для турки на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Кофемолка Gipfel 9209 – это компактное и эффективное устройство для быстрого измельчения кофе в домашних условиях. Благодаря мощности 150 Вт она способна измельчить до 50 граммов кофейных зерен за один раз, что достаточно для приготовления нескольких порций свежего кофе. Корпус из нержавеющей стали придает устройству прочность и долговечность, а ножевой механизм обеспечивает равномерное измельчение зерен. Основное преимущество Gipfel 9209 – заключается в ее простоте использования и высокой скорости работы. Она отлично подходит для ежедневного использования, обеспечивая быстрое и качественное измельчение кофейных зерен. К тому же кофемолка компактна и не занимает много места на кухне, что делает ее удобной для хранения и использования в ограниченных пространствах. Однако, как и у большинства ножевых кофемолок, у Gipfel 9209 есть свои недостатки. Ножевой механизм может не обеспечивать такой же равномерный помол, как жерновые кофемолки, что может влиять на вкус приготовленного кофе. Также устройство может быть шумным при работе. Эта кофемолка идеально подойдет для тех, кто ищет простое и надежное решение для быстрого измельчения кофейных зерен в домашних условиях, особенно если пространство на кухне ограничено и важна мобильность устройства. В описании под видео я оставила для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Commandante C40 MK4 Nitro Blade – это высококачественная ручная кофемолка, предназначенная для истинных ценителей кофе. Она отличается своей долговечностью и высоким качеством материалов. Основное отличие этой модели – жернова из высокоазотистой мартенситной нержавеющей стали, которые обеспечивают превосходное качество помола и устойчивость к износу. В комплекте идут две емкости для молотого кофе – одна из полимера и одна из стекла. Главные преимущества включают в себя точные настройки помола, которые позволяют адаптировать кофемолку под любой метод заваривания – от эспрессо до френч-пресса. Встроенные жернова обеспечивают равномерный и качественный помол, что особенно ценится среди любителей и профессионалов кофе. Дизайн устройства также радует глаз. Доступен в различных цветах и отделках, таких как Racing Green, American Cherry и другие. Однако, несмотря на все преимущества, цена этой кофемолки достаточно высокая, что может стать препятствием для некоторых покупателей. Кроме того, устройство требует ручного труда, что может занять больше времени по сравнению с электрическими моделями. Эта кофемолка идеально подойдет для тех, кто ищет долговечное и качественное решение для ежедневного помола кофе, ценит точность и равномерность помола, а также для тех, кто готов инвестировать в высококлассное устройство для приготовления кофе. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Кофемолка Becker BK2541 – это ручная модель с классическим дизайном, идеально подходящая для любителей ретро-стиля и качественного помола. Основное преимущество этой кофемолки заключается в ее жерновах, которые обеспечивают равномерный помол зерен, что, в свою очередь, улучшает вкус готового кофе. Корпус из дерева и керамики не только стильно выглядит, но и гарантирует долговечность использования. Возможность регулировки степени помола позволяет настроить устройство под твои личные предпочтения. Среди недостатков можно отметить необходимость прилагать усилия при помоле, так как это ручная модель. Кроме того, кофемолку нужно придерживать во время работы, чтобы она не перевернулась. Эти моменты могут показаться неудобными, особенно если ты привык к электрическим моделям. Отличие Becker от аналогичных моделей заключается в ее сочетании ретро-дизайна и функциональности. В то время как многие современные кофемолки сосредоточены на скорости и автоматизации, эта модель предлагает традиционный подход с ручным управлением, что может быть привлекательным для тех, кто ценит процесс приготовления кофе.
Таймо Чеснат C3S Max. Это высококачественная ручная кофемолка, предназначенная для тех, кто ценит точный и равномерный помол. Она оснащена улучшенными коническими жерновами S2C660, что обеспечивает более эффективное измельчение зерен и сохранение вкусовых качеств кофе. Кофемолка имеет емкость для зерен до 35 грамм, что позволяет приготовить несколько порций кофе за один раз. Одним из главных преимуществ этой модели является ее прочный алюминиевый корпус, который исключает использование пластиковых деталей, что повышает долговечность устройства. Кофемолка также оснащена складной ручкой, что делает ее удобной для хранения и транспортировки. Двойная система подшипников обеспечивает стабильность и точность помола, а пошаговая регулировка позволяет легко настроить нужную степень помола для различных способов заваривания кофе – от эспрессо до френч-пресса. Эта модель идеально подойдет для любителей кофе, которые ищут надежное и компактное решение для ежедневного использования дома или в путешествиях. Вакако ExoGrind – это компактная и высокоточная ручная кофемолка, идеально подходящая для любителей кофе, которым важна мобильность и качество. Изготовленная из прочного алюминиевого сплава и оснащенная жерновами из нержавеющей стали 38 мм, она обеспечивает равномерный и качественный помол зерен. Благодаря 60-ступенчатым настройкам помола с шагом в 33 микрона, ты можешь легко настроить кофемолку для любого способа заваривания – от эспрессо до френч-пресса. Основные преимущества Вакако ExoGrind включают высокоточное изготовление и долговечность, благодаря машинной обработке и алюминиевому корпусу. Устройство также оснащено удобной складной ручкой, что делает его идеальным для путешествий и использования в различных условиях, будь то дома, в офисе или на природе. В комплект входят мешочек для переноски и щетка для чистки, что добавляет удобства в эксплуатации и обслуживании. Эта кофемолка станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество и точность помола, а также мобильность и удобство в использовании. Ручная кофемолка Pomodoro P185-600 Assistenza – это элегантное и функциональное устройство для тех, кто предпочитает самостоятельно измельчать кофейные зерна. Кофемолка оснащена жерновами, что обеспечивает равномерный и качественный помол. Корпус из дерева и металла придает устройству стильный вид и гарантирует долговечность. Емкость позволяет измельчать до 65 граммов зерен за один раз, что достаточно для приготовления нескольких порций кофе. Главные преимущества этой модели включают в себя возможность регулировки степени помола, что позволяет адаптировать устройство под различные способы заваривания – от эспрессо до френч-пресса. Простота использования и отсутствие необходимости в электричестве делают кофемолку удобной для использования в любых условиях, будь то дома или на природе. Однако стоит учитывать, что процесс ручного помола требует некоторого времени и усилий, что может не подойти тем, кто предпочитает более быстрые решения. Кроме того, компактные размеры делают ее удобной для хранения, но могут ограничить количество кофе, которое можно измельчить за один раз. Эта кофемолка идеально подойдет для ценителей кофе, которые ищут стильное и надежное устройство для ежедневного использования и готовы уделить немного времени процессу ручного помола. Механическая кофемолка Sakura SA6159BK – это простое и удобное устройство для помола кофейных зерен. Она оснащена ротационным ножом, который обеспечивает быстрое измельчение. Корпус кофемолки выполнен из пластика, что делает ее легкой и мобильной. Емкость для зерен составляет 80 грамм, что позволяет приготовить несколько порций кофе за один раз. Преимущества данной модели включают компактные размеры и простоту использования. Она идеально подходит для дома или офиса, обеспечивая свежемолотый кофе без лишних усилий. Однако стоит учитывать, что ротационный нож может не обеспечивать такой равномерный помол, как жернова, что может повлиять на качество напитка. Эта кофемолка подойдет тем, кто ищет доступное и простое решение для регулярного приготовления свежемолотого кофе.
И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео, проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовила. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!